Угадайте, кто сейчас экстремал? Я экстремал. До этого я рисовала все анимации на большом ПК настольном. И у меня там была программка Тунбум. Так вот, поскольку программка была крякнутая, пришел ее черед, и она накрылась медным тазом. Но у меня аниматорская ломка, поэтому мне нужно где-то рисовать анимации. Для рисования у меня остался только Photoshop на ноутбуке. Тогда я рисовала на вакомском экране. Теперь я рисую на вакомском планшете. Мало того, что я рисую на вакомском планшете, так еще и нужно делать анимацию в фотошопе. И вы не представляете, вот я сейчас сделала аниматик из 4 кадров, я уже задолбалась. На каждый кадр отдельный слой. На каждый отдельный слой, вы понимаете? Мне кажется, мой ноутбук скоро сдохнет. Меня ждут долгие мучения, но я обязана это сделать, потому что я пока разбиралась с настройками, я уже просто была готова уничтожить это все. Сейчас, где моя рука? Где? Ваком он отрубился. Вот еще один минус. Я решила сделать кусок своего мапа. Сейчас. Вы не представляете, сколько я на это времени потратила, чтобы разобраться, как делать таймлайн в фотошопе. Я не знала, что тут вообще существует таймлайн. Как мне жить?